Dostlar eytingizler de bizning jingizlerin indi. Фонд «Ирдам» при поддержке компании «Альвар» организовал среди учащихся школ Казани городской литературный конкурс на татарском языке «Песня Победы». Инициатором проведения конкурса в честь 76-летия Победы стала депутат Казанской городской думы Малика Гельмудинова. Хочу от всей души поблагодарить всех учащихся, всех участников, всех конкурсантов конкурса «Жильмунчеры Песни Победы». В литературном конкурсе приняли участие около 200 учеников Казани, которые представили на суд жюри стихи, рассказы, статьи, пьесы и даже сняли документальные фильмы. 60 участников получили ценные подарки и дипломы. Обладателями гран-при конкурса стали ученики 169-й школы Советского района Казани. Генеральный партнер конкурса – депутат Казанской городской думы, директор компании «Альвар» Рушан Мингазов. Церемония награждения участников конкурса прошла в литературном музее Габдуллы Тукая.